Крамаренко Василий Елисеевич, мастер железной дороги, 1886 года рождения, расстрелян 3 января 1938 года. Кудряшов Гавриил Ермолаевич, заведующий физиотерапевтического института, 1894 года рождения, расстрелян 22 ноября 1937 года. Кузнецов Григорий Тарасович, слесарь инструментального цеха тракторного завода, 1903 года рождения, расстрелян 3 сентября 1937 года. Лебенау Отто Эрнестович, слесарь механосборочного цеха тракторного завода, 1899 года рождения, расстрелян 16 августа 1937 года. Мартынов Аким Кузьмич, директор медицинского института, 1898 года рождения, расстрелян 14 января 1938 года. Мельников Кириченко Михаил Федорович, такелажник тракторного завода, 1910 года рождения, расстрелян 25 марта 1938 года. Марковкин Алексей Васильевич, кузнец завода «Баррикады», 1882 года рождения, расстрелян 16 ноября 1937 года. Неграмотнов Захар Васильевич, бригадир ремонтной бригады железной дороги, 1898 года рождения, расстрелян 3 января 1938 года. Овчаров Владимир Васильевич, офицер, 1908 года рождения, расстрелян 6 февраля 1938 года. Павлов Георгий Павлович, 1899 года рождения, офицер, расстрелян 27 июля 1938 года. Пимкин Василий Пименович, заведующий фермой совхоза «Красный скотовод», 1899 года рождения, расстрелян 9 августа 1937 года. Поздняков Семен Васильевич, офицер, 1893 года рождения, расстрелян 27 июля 1938 года. Ремезов Константин Иванович, кровельщик Сталинградстроя, 1913 года рождения, расстрелян 3 ноября 1937 года. Родионов Николай Федотович, счетовод пункта зернозаготовок, 1904 года рождения, расстрелян 17 февраля 1937 года.